Год назад в битве за кубок мэра города Ахтубинска победила команда из Верхнего Баскунчака. Было немножко трудновато, но забрали в финале кубок и гордимся, что он был у нас целый год. В этот раз спортивная награда манила своим золотом футболистов Ахтубинска, Верхнего, а также Нижнего Баскунчака и команду из села Сысыколи Харабалинского района. Команда «Локомотив» наш! Нет! Команда «Баскунчак» наш! Нет! Согласно жеребьевке, первое противостояние выпало баскунчакцам. Представители Верхнего вышли на поле в желто-синей форме, Нижнего – в оранжево-черной. Последние в этом сезоне заметно окрепли, могут составить достойную конкуренцию любому сопернику. Первую половину игры команды провели на равных, демонстрируя атакующий футбол. Оборона отошла на второй план, и это стало минусом, особенно для нижнебаскунчакцев. Они сумели забить противникам гол, но пропустили в 3 раза больше. Второй поединок выпал на долю ахтубинцев и сысыкольцев. Игра была напряженной и оттого захватывающей. Хозяева турнира открыли счет, однако вскоре гости его сравняли, а затем и вышли вперед. Проигрывать сборная Ахтубинска явно не собиралась. Футболисты стали создавать больше атакующих комбинаций, темп игры заметно возрос, и к середине второго тайма ахтубинцы счет сравняли, а за считанные минуты до конца встречи вырвали победу. Сысыкольцам пришлось довольствоваться 3-м местом. За бронзу они боролись с нижнебаскунчакцами. Уверенно обыграли их 4-1. По жеребьевке так получилось, что попали, да, сразу как бы на сильного соперника. Вот. Моменты были с командой Ахтубинск. Ну, чуть не повезло. Ну, для первого раза и бронза тоже хорошо. В финальной битве сошлись прошлогодние победители турнира, представители Верхнего Баскунчака и мечтающие о лидерстве игроки сборной Ахтубинска. Матч был непростым, соперники играли только на победу, позиционно оборонялись и молниеносно переходили из обороны в атаку. В упорной борьбе Ахтубинск с минимальным счетом одержал победу 1-0. Переходящий кубок мэра города останется в Ахтубинске до осенних соревнований в следующем году. Не хватило немножко реализации, чтобы забить гол. Остались в меньшинстве, удаление, травмы. Ну, так и сказалось на этом. Ничего, на следующий год постараемся забрать его заново. Кубок теперь у нас в Ахтубинске. Все хорошо прошло, поэтому все, идеальная обстановка, и погода хорошая, и команды хорошие приехали. Единственное, жалко, что Знаменск не приехал. Татьяна Фомина, Сергей Вакула, Ахтубинск ТВ.